Веселые, активные, любят кататься на велосипеде, купаться в бассейне. Игорьку всего 6. Но в октябре этого года мальчик начал жаловаться на боль в ногах. Сначала врачи решили, что это просто ростовые боли. По настоянию мамы сделали анализы, в больнице провели УЗИ и обнаружили опухоль правой почки. В Новосибирске сделали МСКТ, биопсию, диагноз нейробластома 4-й стадии с метастазами в костный мозг. Сейчас Игорь проходит курс высокоинтенсивной химиотерапии. Чтобы оперировать, нам нужно сначала ее уменьшить. Сейчас мы поэтому делаем химиотерапию. После того, как опухоль уменьшится, нам надо сделать операцию по удалению этой опухоли. Потом нам нужна трансплантация костного мозга в Санкт-Петербурге с последующей иммунотерапией, специфическими антителами. К сожалению, у нас в России это лекарство еще не зарегистрировано. И поэтому только на платной основе. Трансплантация костного мозга с последующей иммунотерапией увеличит шансы Игоря на выздоровление. Но для этого нужно порядка 4,5 миллионов рублей. Татьяна пробовала обращаться в благотворительные фонды. Никогда с ними не сталкивалась до этого. И как-то мне казалось, что это все так просто, все так легко. Но когда я столкнулась с этим, очень много своих нюансов. Некоторые фонды нам отказывают в сборе, потому что мы не набрали еще 30% суммы. То есть нужно 30% суммы набрать, а уже потом они объявят сбор. Некоторые фонды отказываются открывать сбор, потому что мы уже обращались в фонд для того, чтобы нам оплатили гистологию, биопсию, вот эту генетику. На сборы у Татьяны Ореховой не больше 3 месяцев. Желающие помочь могут перевести деньги на счет Татьяны в Сбербанке по номеру телефона 8-913-480-00-21. Вся подробная информация указана в группе в социальных сетях «Орехов Игорь, 6 лет», «Дорогина. Вместе мы победим».